Смотрите, не успела я приехать, она пришла. Тут какие-то коробки, тут ветром все разметало. Господи. Бардак, надо все убирать теперь. Вот молоко у меня было, дала молока ей. Надо же, пришла. Услышала, что ли, что я тут хожу. Или почувствовала. Рыжуха, пей-пей. Да, девуськи мои, приехала. И вместо того, чтобы убраться чего-то это, я давай вот это все разбирать. Хорошо, что я у Саши, когда была, хоть по пакетам разобрала. По цветам там то да сё. А теперь вот видите, погром еврейский, 3-я серия. Ой, это еще не все. Ой, в общем, короче говоря, надо сначала все разобрать. Все. А потом уже можно что-то начинать. Подмывала сразу сегодня начать разбираться там на участке. Обмани меня. Но это самое... О, включился. Чего ты включился? Ну, я так устала от дороги, от того, что не спала, что просто плюнула на все и легла поспать. Поспала пару часиков, но чувствую себя все равно хреново. Так что сегодня буду вот сейчас поковыряюсь и это самое... Лягу опять спать. Вот отойду. Завтра мне нужно на почту съездить. Получить. У меня там посылка пришла. В магазин. Потому что у меня всего только пакет молока дома. Вот. Так что вот, так, вот такие вот дела. Девчули, я еще даже комментарии не читала. Вижу, что просмотров совсем. Совсем. По 400 просмотров. И у меня даже отпало настроение все читать комментарии. Вот. Ну ладно, сейчас вот разберусь с участком. Очень у меня много планов по цементу, по украшениям. Вот. Но я с вами не расстаюсь. Я все равно буду с вами разговаривать. И закаты снимать буду. А тут прям даже страшно начинать. Костя отправила фотографию с тюльпанами. Он говорит, ой, как красиво. Я говорю, чё ж уже красиво, уже все отцвели, пока меня носило неизвестно где. Цветочки у меня, я же их оставила на улице. В общем, тоже они... Вот это, видимо, наверное, ожоги солнечные. Алоэ вон весь. Тут фикус был тоже. Ну, в общем, короче говоря, все очень плохо. Смотрите, вот что творится. Это же вот такая гадость соплючая. Фу. Во, вот видите? Так что... И герань вон чего-то. А потому что не поливал никто. Ну, ты. Вот что и получилось. Он аж на забор лезет, видите? Все надо выдирать. Ветер такой поднялся. Ну, видите? Все зелененькое. А я на почту. Сразу. Чего время-то терять? Посылки получить. Не знаю, сколько у меня пришло. Может, одна, а может и две. Сейчас посмотрим. Так, ну что, получила. Это семена из Самары. Девочки, это вот я заказала табак курительный.
Во-первых, хочу вырастить, попробовать. Я ж курю. Вот хочу самосадик, как говорится. Самосадик я садила, сама буду поливать. Вот. И потом везде читала, что вредители пропадают. Не любят они его запаха. Вот. Вот попробую. И эта посылка, которую я сама себе посылала из Мурманска. Вот. Ветрище. Толик меня довез, и его тут же вызвала какая-то Валентина. Вот он ее сейчас отвезет и за мной приедет. Вот, мне еще нужно заехать на рынок, на юбилейный. Мне там подарочек приготовили. Ну, в магазин надо за продуктами. А, еще мне надо ацетон купить. В общем, короче говоря, жизнь завертелась. Видите, я уже как в тоненьких штанцах, в кофте вот с таким рукавом. Сейчас покажу. Вот, все уже. Уже вот. Вся в браслетах. Так что на голове, конечно, не помыла. Голову еще надо помыться. Черт, на кого похоже. Так что, мои дорогие, все хорошо. Теперь надо только работать, работать и работать. Во всех сферах. И с цементом, и украшения, и на участке разбираться. В общем, ну, это тоже хорошо. Я же не люблю без дела сидеть. Хотела сходить на море, соскучилась, но такой ветер. Нет, уже лучше снимать, на таком ветру не буду. Еще тут, ладно, деревья закрывают, а там я микрофон с собой не взяла. Такой от шума. Ладно, до следующего раза. Сама соскучилась, девчонки. Редко я попадаю, чтобы звон был колокольный. Вон, дворец культуры вон уже почти сделали снаружи. Ой, как красивый колокольный звон. Обожаю. Так, хотела посмотреть, что тут цветет. А тут, собственно, то же самое. Тюльпаны отцветают. Розочек еще нет. Девочками поболтали на почте. Я говорю, девчонки, какие новости? Они говорят, никаких. Я говорю, ну и слава богу. Сейчас такое время, что даже и хорошо, когда новостей нет. Ну, все улыбаются нормально. Что-то Союз печать закрыта. Союз печать, да. Как в советские времена. А, праздники, наверное. Девчонки тоже смеются, говорят. Все думают, наверное, что мы закрыты на праздники, а мы работаем. Я говорю, ой, а мне вот приехала, так чего-то я еще в голове у меня не уложилось, что праздники. Так что мне повезло. Я приехала, они работают, и народ никого вообще. Здорово. Так, ну где этот Анатолий? Все загорелые, понимаете? Одна я зеленая. Да, надо будет позагорать, потому что что-то я
с этой диетой какая-то. Сама себе не нравлюсь. Я, правда, давно себе не нравлюсь, но тут уж прям совсем что-то не нравлюсь. Вот какие-то цветочки. Вот какие-то вон. Ой, а эти одуванчики, это кошмар какой-то. Это какой-то кошмар. На участке. Там еще ладно. Витя покосил их. Их все равно дофига. Так, мои дорогие, кому я что должна была отправить, напишите, напомните, кому что сделать должна. Леночка Черноморская, дерните меня, ладно? А то я так вам бусы не переберу никогда. Вот. Разный. Ну, вот он, дедушка Ленин стоит. Все стоит. Говорю, какие новости есть? Они говорят, да нет никаких новостей. Я говорю, ну и хорошо. Такое... Ветер. Ну, ветер, да. Я говорю, такое время, что когда нет новостей, тоже хорошо. Что все стабильно, да? Вот оно стабильно, спокойно, да и ладно. Ну вот. Вот это все надо убрать, чтобы было вот так. Чтобы было куда что посадить. Так, а ветер не зря был. Погода портится. Вот я уже начала тут кое-что повыдергивала. Вот эти жалко их удалять-то, они... Долго так цветут и рано цветут, и маленькими цветочками фиолетовыми, ну, типа вот таких вот. Вроде жалко, но они так разрастаются, все заполоняют. Ну, ладно, посмотрим. Стул страшный, вот вроде я его и помыла. Ну, а что я на нем, что только не делаю. Все на свете, и цемент, и все. Так, у меня нежданная радость. Приехали у меня гости. Но они сейчас поехали по делам. А вот чем угощать-то, ребята? У меня... Ну, вот сыр есть. Есть сыр, лаваш. И вот такое печенье для диабетиков. Ну, сахар есть пока еще. Я его не покупаю, давно он у меня. Ну, кофе есть. Ну, в общем... А чем я их кормить-то буду? Гречка с кефиром. Ну ладно, кофейку попьют, что делать-то? Долго ли, коротко? Ну вот. Ой. Оставила вот эти тюльпанчики доцветать. И вот тут у меня цветочки еще растут. Вот. Тут надо тоже повыдираю, вот, наверное, вот так по краю. И табак посажу. Вот. Вот. Видите, какие у меня молодые мужчины в гостях были. Вот. Пошли, провожу. Сейчас дождик точно будет. Сейчас им ехать до Севастополя, до Фиолента. Слушай, Миш, а мне в поезде что-то сказал парень, что Фиолент продают кому-то, не? Фиолент? Да, нет? Я тоже думаю, как это продавать Фиолент. Может, пляж? Ну, может быть, что-то. Ясненько. Поехали. Все, пока-пока.
Ой, забыла вам сказать, прежде чем попрощаться. Мой жилец собирается уезжать домой. Все, говорит, работы мне уже нету. Вот, а я ему говорю, знаешь что, давай-ка ты, мой дорогой, найди, может быть, там у вас есть мужики-то, найди мне кого-нибудь. Он говорит, да, надо. Ой, найду. Там народ меняется постоянно, приезжают одни, одни уезжают, другие приезжают. Он говорит, я поспрашиваю. Вот, так что... Так что, может быть, у меня скоро будет другой мужчина. Не знаю, от этого, правда, особенного толку не было. Ну, так, вроде как-то поспокойней. Вот, так что... Как он смеялся, говорит, я у тебя вместо собаки, если что, гавкать буду. Надо же, полдня была, не пойми, какая погода. Собирался дождик, собирался. Господи, до сих пор вон там тучи, ветер. И вдруг смотрю, солнышко. Думаю, так, пойду-ка закат сниму в таком случае. Вот какое солнышко. Ну что, мои дорогие, как у вас там дела? У меня все более-менее. Более-менее. Работаю. Правда, дел столько, что даже не знаю, за что хвататься. Разберусь в одном месте. Ой, в другом месте еще куча. Еще и вещи-то не разобрала до конца. И с участком не знаю. Надо завтра позвонить Вите, попросить, чтобы он приехал, скосил всю траву. Потому что прям, ну, заросшее все травой. Ужасно. Вот с мальчишками сегодня просидели. Почти 3 часа проболтали. Ну, по делу, муж, не просто так, конечно, но все равно. Вот. А я же сижу, а у меня в голове, что у меня там дела стоят. Это ненормально. А, не могу. Вот. Ну, а так нормально все. Диета меня подбешивает. Ребята смеются, конечно, но говорят, ну а что делать-то? Что делать-то, раз болячки такие противные? Так, ветрище невозможно. Там будет один шум. Прям в лицо ветер дует. Ну, вроде так ничего. Вот. Ну, дует ветер, но вроде не один шум. Ну, ладно, мои хорошие. Давайте прощаться с вами до завтра. Ну, вы знаете, что я вам желаю. Чтобы все было хорошо. Не болейте. Держитесь. Не поздравила я вот с 9 мая, но так вот получилось, что... Никак. Вот. Ну, с прошедшим. Ну, а так-то, так-то вроде все потихоньку. Устала. Надо пораньше спать лечь. Кошка сегодня рыжая приходила и прям дала себя погладить. Вот помыть бы ее. Она, ну, просто, это какой-то вот, блин, ну, помойка. Помоечная кошка-то. Ну, в то же время помоешь, она опять туда убежит. Ну, меня прям вот подмывает, так бы я ее и вымыла. Но прям дала погладить. Видно, что боится, но
А я купила шейки куриные. Люблю я шейки куриные. Вот, сварила их до того, что такое мягонькое там все стало. Пожевала немножко. И ей отдала эти шейки там. Штук 6, наверное, 8, что ли. И вот она с таким удовольствием прям поела, что даже дала погладить себя. О, как солнышко садится. Закат солнца вручную. Ладно, мои дорогие, то меня что-то... Я выскочила раздетая, меня прям насквозь продувает. Давайте, зайки, пусть будет у вас хороший вечер. Спокойной ночи всем. Пусть ничего не болит. Никто не огорчает. Пусть все будет замечательно. Ладно? Вы уж меня не подводите. Ну, давайте. До завтра. Я вас обнимаю, целую. Давайте. Пока-пока, мои дорогие. А солнышко завтра опять встанет с другой стороны. Так было и так будет. Пока-пока.